Конечно, есть куда расти. Хватает молодых ребят в составе «Волков». И вот такие вот матчи против той же «Юности» для них очень важны. Гол забрасывает «Металлург» Алексей Кувета. Открывает счет матча. Ну, там, наверное, часовой прием. Полный состав у «Металлурга» Пухловский с шайбой. Ну, просто сейчас, я не знаю, просто молодцы, других слов нету. Отлично играет «Металлург» в эти секунды. Но вот сейчас главное не пропустить. И пропускает выход в ноль и забрасывает Константин Захаров. Помешал нападающему «Юности» сделать с голевым этот проход. Рединский на Черный. Какая же передача проходит. Выход в ноль и 1-2 уже проигрывает «Металлург». Яков еще бросок Романа со своей коронной позиции. То есть, если бы поднял шайбу, то было бы очень перспективно. Осипов, Аникин стали в зоне. Пассивно обороняются какие-то «Юности». Елисеенко сравнивает счет. 2-2, Антон Елисеенко. Снова в зоне «Металлурга». 35 секунд уже отыграли «Волки» в большинстве. Поменялась их пятерка, но совсем недавно там играли в большинстве наши ребята, вот именно вот эти. И поэтому такая короткая смена получилась. Ну а «Юность» какой момент создает и сразу выходит снова вперед.